Курс от первого лица, экзамен 2. Чекнем, 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 чекнем. Ребята, он идет, готовьтесь. Понял, выпускаю малютку. Так, блядь, я ничего не делал, блядь, вот так и оставляй. Бля, нахуй. Экзамен по физкультуре. Пошел сдавать на пятерку кросс. Стоп. Наверное, правильнее будет начать с предыстории. Это были обычные выходные, и я играл в танки. И мне, короче, блядь, написали в почту, чтобы я, блядь, продал свой пердак и прорекламировал, блядь, танки, нахуй. Заебись. Так, друзья, перед нами стоит серьезная задача. Да! Все мы не готовы к экзамену, но мы знаем одно. Никто из нас не хочет в армию. Да! А чё, я реально в армию не хочу. А, ну ты и тупой. Можно, блядь? Чё, блядь, теперь реклама призывник.нет, блядь, да? Призыва, точнее, .нет. Экзамен номер 2. Охуенно, блядь, смотрим, ладно, не придирайся. Самому тексту, блядь, не нравится. Итак, нам нужно списать у Виктора Степановича. Кто знает, как это сделать? Все знают, что у него списать нереально. Реально, если действовать все вместе. Итак, смотрим. Итак, это схема аудитории. На экзамен будут запускать по 5 человек. Преподаватель будет сидеть у окна. А это значит, что он будет контролировать вот эти 4 места. Это мертвая зона. Списать здесь практически невозможно. Эти 3 места более работоспособные. А вот это... Обращаюсь к студентам, которые, сдают экзамены. Кто-нибудь из вас такой хуйней занимался? Писал план, блядь, парты, указывал, блядь, те места, где списать будет крайне сложно, где еще можно списать, и куда-нибудь на Камчатку, где, ну, прям вообще на этичах можно доставать там свои конспекты, блядь, и приписывать все то же, блядь, что тебе дано в вопросе. Кто-нибудь такой хуйней занимался? Мне кажется, блядь, даже, блядь, не знаю, троечники, блядь, которые вообще не ходили, блядь, на пары, блядь, не на семинары, блядь, кое-как допустились к экзамену, такой хуйней, блядь, даже не занимались. Место люкс, оно никак не контролируется, а это значит, что здесь можно списывать. Так, погоди, то есть списать может только один? Нет. Смотрите, когда мы зайдем в аудиторию, препод сразу попросит поставить телефон на край парты. Коля выставит фейковый телефон. Фак, а почему я выставляю фейк? Потому что ты будешь сидеть на месте люкс. Зашибись! Поехали дальше. Как только нам раздадут задание, мы сразу должны сообщить номер своего билета Коле. После этого Коля заходит в чат, где есть ответы на все билеты. Дальше он находит каждому решение и по очереди расписывает всем работы. Когда у Коли все будет готово, то он сразу даст понять, что он закончил. Затем нужно будет отвлечь препода, чтобы раздать готовые решения нам. Вуаля, можем сдавать работы. Это гениально. Ага, мы как 11 друзей Оушена. Мы как 11 долбоебов, блядь, сидеть. Сидите, блядь, и какую-то хуйней страдаете, блядь. Ну окей, напишет он вам, блядь, эти ответы на вопросы, блядь. Раздаст он всем, блядь, что дальше. Вы сядете, а вас, блядь, будут спрашивать совсем другие вопросы, блядь, не по билету. Топ вопросы. Шо, блядь? И жирный явно охуел, блядь, от того, что я сейчас сказал, блядь. Блядь, придумайте новый план, ребята. Ну, блядь, я не знаю, может быть, где-то такое и можно провернуть. Ну, я сомневаюсь, что вообще это возможно, блядь. Что, блядь, у ребят такие мозги, блядь, прям продвинутые какие-то. Как они умудрились такое придумать, блядь, я вообще в душе не ебу, блядь. Гении, блядь, будущие Эйнштейны, блядь. Хотя не, блядь, по ним сразу видно, это гуманитарий, вышел. Нет. Только нас четверо. Так, хорошо, а кто будет сидеть на мертвой зоне? Никита Клюшкин. Так он же никогда не ходит на пары. Вот именно, это значит, что препод не знает, как он выглядит. Сечете к чему я? Я понял. Но, блядь, он допущен. Если придет Клюшкин, то все внимание препода будет на нем. Точняк, ты голова. Дашь укусить? Не. Что вы несете, дебилы? Если препод не знает, как выглядит Клюшкин, это значит, что Клюшкиным может быть любой. Погоди, а как мы отвлечем препода? Хороший вопрос. Этим займется она. Да, блядь. Ни одна баба, блядь, на такое не согласится. Ну, окей, блядь, если она шалопунька, да, и если ей заплатить
деньгами, то, блядь, возможно, она согласится. Но что ты сделаешь, блядь, с преподавателем, которому 80 лет, блядь? У него ж там, блядь, все, блядь, билибаба нахуй, откинута к ядрене фене, блядь. Это минус, блядь. Это, вот этот план, блядь, весь, это минус, блядь. Или бабка, блядь, какая 60-летняя, ёб твою мать, которая уже при смерти, блядь. Чё, блядь, тогда голову мужика ей, что ли, управлять? То есть и... она... Алло? Гений, блядь, гений! Алло, блин, то есть она все время стояла за дверью и ждала, пока ты ее позовешь? Да, за то, как эффектно вошла. А, вот как в фильмах. Сука, ну, блядь, кучерявый, походу, вот, блядь, самец самый главный, блядь, среди всех. Дело. Ладно, за дело. Так, Гиф ушел искать Клюшкина, но его даже в аудитории нет. Черт, весь наш план пропал. О, боже. О, Гиф. Здравствуйте. Неужели это новый Клюшкин? Черт, препод же никогда не поверит. А это кто такой? Егор больше похож на Клюшкина, чем этот араб. Кого он привел? Вы Клюшкин Никита? Нам жопа. Чимиги, манами фамиду. А дело в том, что у него бабушка по маминой линии. Какая мама? Из Кавказа, а папа по тетиной линии. Он метис. О, Егор. Я вообще не понимаю, о чем вы. Присаживайтесь, готовьтесь. Крокодил, хорош. Так, телефоны на край парты, чтоб я видел. Так, дружок, настало твое время. Ты меня выручал не один раз. Вперед! Давай, еще один разок. Мой малыш. Так, чего он так смотрит на мой телефон? Да, немного старый. Это ваш телефон? Я просто люблю ретро-стиль. Нет, блядь, это не телефон, нахуй, это калькулятор, блядь, такой. Очень ретро-стиль. Ну, хоть он меня спас. Так, препод занимается своими делами. Я спрятан, погнали. Так, что у Геворга? Третий. Отлично. Геф, третий. Влад. Что у Влада? Пятый. Отлично. Влад, пятый. Так, Руслан. Так, это 6. 10? 6 или 10? 16? 16 вариант. Его же не было. Так, погоди, это 6. 6, точно 6. Руслан, 6. Славянка, у вас есть одно замечание. Будет второе, вылетите с аудитории. Так, пофиг, он все равно тупой. Главное, меня пронесли. Так, достаем телефон и аккуратно списываем. Так, вариант, ответ, погнали. Так, я сейчас, блядь, охуею, если там будет интеграция рекламы, блядь. Ой, а что это запущено? А, букмекерская контора 1xbet. Ставки на спор, блядь. Здесь, ноль. Все готово. Пора маяковать Геву. Нет, экзамен идет. О, сейчас начнется. Наш главный квазарь. Понятно, пятый и шестой пункт. Так, может быть... Девушка, во-первых, уберите руки с парты. Что? Во-вторых, после экзамена зайдите ко мне на кафедру, там посмотрим. Может, да что с тобой не так? Никаких может. До свидания. Все, мы в задницу. Так, он либо слишком принципиальный человек. Красава, бля. Одно из двух, черт. Женат. 5 минут и заканчивать. Так, зашибись. Вся работа коту под хвост. И что теперь делать? Хотя свою работу я-то могу сдать, но парни, их можно кинуть. Нет, у меня должна быть идея. Точно. Можно выйти? А вы закончили работу? Нет. Да нет. Ну, я пытался. Помирать и помирать. Время вышло, сдаем работе. Виктор Степанович, а когда можно будет пересдать? Можно пересдать осенью или после армии. Я буду тебя навещать. Зашибись, весь план коту под хвост. Теперь у него вместо нормальных работ пустые листочки. И что теперь делать будем? Ждать осени, что еще? Ребята, слушайте, а препод еще не ушел на кафедру? Нет, еще. А это значит что? Что он слишком медленный? Нет, то, что он еще не проверил наши работы. Короче, у меня есть одна хорошая идея, но она довольно безумная. Какая? Короче. Вот так, Руслан, и подкинул наши готовые работы. Что я сейчас посмотрел, блядь? Не, я, блядь, скажу так, что может быть где-то, блядь, так экзамены и проводят. К примеру, на Украине. Возможно. Но, блядь, вспоминая даже вот свои экзамены, вспоминая те рассказы, которые мне мои друзья делились, как они там, блядь, сдавали, да? Не было, блядь, такой хуйни вообще. Просто. Ну, я, блядь, ну, ёб твою мать, понятное дело, это просто, блядь, актерская, блядь, игра, все дела, нахуй. Короче, ладно. Похуй.